В Австрии с 1 октября вступил в силу закон, запрещающий ношение никаба в общественных местах. Инициатором закона были социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия. Как пишет издание Wiener Zeitung, несмотря на то, что инициаторы закона называют его религиозно-нейтральным, он направлен против бурки и никаба. Местная полиция будет заниматься претворением данного закона на практике. Сначала требует граждан снять никаб, а в случае отказа нарушителю будет грозить штраф в размере до 150 евро. Напомним, что так называемая «толерантная Европа» в последние годы все больше и больше внимания уделяет мусульманской атрибутике и ее запрету. Аналогичный запрет на закрытие лица никабом действует в Бельгии, Нидерландах, одном из районов Швейцарии, Франции и Латвии. So that's a yes. It was a start.